По заготовке рапса Брянщина на первом месте. Он обмолочен на площади 26 тысяч гектаров. Картофеля выкопано почти на 230 тысяч тонн. Собрано свыше 3 тысяч тонн овощных культур. Лен-долгунец вытереблен на 73% от плана. Продолжается заготовка кормов для животноводства. Сено и сенаж собраны полностью. Закончен сев озимого рапса. Площадь под ним увеличена в два раза к прошлому году и составила 40,5 тысяч гектаров. Продолжается сев озимых зерновых культур. Хозяйства области имеют на своем балансе более 3000 тракторов. Исправность, как и готовность плугов, сеялок, культиваторов – 98%. Механизаторами для проведения озимого сева обеспечены все предприятия Брянской области.